Городской пляж Акабы находится в историческом центре города. Это знаменитое Иорданское окно на Красное море. Индустрия развлечений Акабы сосредоточена в городском центре развлечений, который находится вблизи крупных отелей. Акаба удачно сочетает в себе крупный торговый центр зоны беспошлинной торговли, морской отдых и исторический центр со следами поселений возрастом не менее 5500 лет. Историю иорданского флага можно прочитать у Акабской крепости, создание которой определено стратегическим расположением Акабы на перекрестке сухопутных и морских путей из Азии, Африки, Европы. Акабская крепость была построена мамлюкским султаном Кансухом аль-Гаури в 1587 году. Она имеет форму квадрата с полукруглыми башнями по углам. Расположенная на берегу моря в окружении пальм, форт является главной исторической достопримечательностью Акабы и всегда полон туристов, желающих оставить в своих фотовоспоминаниях этот удивительный уголок старинной жизни. А рассказ о крепости из уст профессионального гида, настоящего патриота своего королевства, становится лучшим дополнением к этой экскурсии по древней Акабе.